Друзья, приветствую всех на моем железном канале, с вами Михаил и Живая Сталь. Но на этот раз я хотел бы как бы... В общем, тут доспехи, но они не все выложены. И я думаю, надо заработать их в кровавом бою. И за это мы будем драться. Я буду драться сразу вот с этими. И плюс денежек заработаю. Начну от Зевса и потом вот так вот. Вот эту вот четверочку хлопну. И там я посмотрю по призам, как по доспехам. Потому что, ну, там максимум на четверке раскачаться. То есть каждая группа доспехов, они там идет первый уровень, второй, третий, четвертый, пятый. Пятый самый крутой. Ну, первый самый плохой, вот. В общем, у меня есть, по-моему, на четвертый, а на пятый нету, так что... Иногда даже на некоторые, вот если выбирать, даже на четвертый нету. Так что будем пробиваться так. Геймпад я не знаю, конечно, как у меня будет сейчас, но без разницы. Мы... Хочу его по-быстрому отправить спать, и там... О, смотрите, я геймпад даже не трогал. Ну да. Оу, и так прямо, да? Пей, говорит, еще. Ну-ка. Уходим. Давай. Эй, боюсь. Не, друзья, конечно, мне надо его делать, но я боюсь, что я его, если разберу, могу не собрать. Смотрите, как он меня неплохо. А, вот тут ты не уйдешь от меня. Оу, сразу же нокдаун. И там он меня вообще быстро избил, но, по крайней мере... Попытка не пытка. Давай. Молодца. О, блин, закрылся и в итоге получил. Эх, давай. Бей ему. А вот этот удар самый лучший у меня, если честно. Ну-ка. Еще вот так вот умею. Я просто вспоминаю все комбинации. Нет, это, конечно, районный удар. Ну, блин. По лицу прям получил, в общем. Вот что значит не разогретым в бой вступать, да? Я, конечно, мог еще поиграть и потом записывать, но мне бы это надоело. То есть там 20 минут буквально разогревать его. О, нет, давай, бей уже нормально, еще. И вот это плохо. Ой, как плохо. Он еще может закончить. Не хватит у него силенок, но он меня избил, в общем. Он меня очень сильно избил. Да что ж ты бить, блядь? Оу! Да. Нет слов. Молодец. Побил дохлого бойца, блин. Континуум. Вот о чем я говорил. Видите, доспехи идут. Вот это я и хотел. Но... Ладно. Кстати, мне надо его, наверное, залечить. Там все равно какую-то сумму, кстати, дали. Лечим его. А другие калечат, да? 8000. Поехали. Также. Я уже думать не буду, сразу убирать. Подожди, сейчас я раскачаю, тебя порву. Хотя я даже в таком варианте его могу порвать, но видите, что творится. Я нажимаю на удар, а он вот такую хрень творяет. Вот так, детка. Ух ты, блин. Нет. Ага, стоять. Уходь. Все, хватило сил. Сейчас по лицу. А, нет, не попал. Да уходи ты, что ли, блин. Да что ты делаешь-то, твою ж? Давай сразу. Прием не делает просто. Вот оно, счастье-то, друзья. Вот это мне очень прием нравится. Встретил меня все-таки собака. Ну что, давай. Ах, блин, думал я ему все-таки ударен, но не получилось. Да, друзья. С геймпадом проблемы, но кто говорит, там скучно с ним, ну блин, друзья, вы умеете геймпады делать, а я нет.
Я его могу разобрать, но могу потом и не собрать. А, по лицу прямо, собака. Ладно. Дальше. Последние штрихи надо замалевать и вперед в бой. Ну, разминочные бои тоже неплохо. Подожди, подожди, куда ж ты? Что ж ты творишь-то? Все, транец, походу. А, давай! Все-таки он меня послал в нокдаун. При том, в котором лучше было мне не бывать. Ну ладно. О, 10 секунд. Я выдержал натиск его на сегодня. В этом раунде, по крайней мере. Оу, е. Так, ну что будем делать? Пока ничего не будем делать. Добавим силушки и мощи. Ну. А если так? Хорошо. А вот так вот. Попался все-таки. Который касался. Блин, а тут-то, конечно, я не усмотрел. Офигеть. А я блок нажимал так-то. Лады. Тут меня уже вряд ли время спасет, да? Оп. Так. Треугольник. Да, друзья. А, не успел немножко. Ну ладно. Размялся на мне. Снова в бой. Я также делаю континуус. Новые приемы дадут. Должно уже вроде что-то быть, нет? Нет, не дали, смотрите. Все же начнем. Хардкор, да? Я просто не представляю, каким раньше дрался. Или из-за геймпада. Вот это вот что такое, нахрен? Так, а вот сейчас я просто назад отходил, а он... В общем, он... Совокупность кнопок, и он начинает путаться. Тихо! Парень, подожди. Уходь, уходь, давай. Опля! Облом, да? А теперь еще раз. Эй, сейчас будет бить больно. Ай-яй-яй. Ай, как больно. Ладно. Ес. Делаем еще раз. И повторный удар, от которого он не закрылся. Блин, да что ж ты? Вот. Да что за хрень такая? Он просто меня подставляет. Бабам! Зато смотрите, как летит, да? Как он полетел? Ну и... Я, знаете, я на днях попытаюсь его разобрать. В общем, если серии не будут писаться, то я его не смог собрать. Видите, как? Такие вот условия у меня жесткие. Опа! А тут, смотрите, защитил. А тут уже промазал. Да нет, 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 подожди. Еще раз. Так, стоять, стоять, стоять. Ну что ж ты делаешь-то? Оу, прямой прямо в нос. Так. Успею залечить или не успею? Ладно. 10 секунд. А, давай. Вряд ли. Вряд ли, друзья, тут фортуна мне улыбнется все-таки. А, счастье, да? А у него жизней, смотрите, сколько. Если я его сейчас сломаю, то, блин, каким чудом только мне его выиграть. Смотрите, разница в жизнях. И еще один пак купил. Да. Не смог. Ну ладно. Поиграли мы на славу, да. Но я пока не собираюсь серию заканчивать. Я просто думаю, насколько вот это избиение мое затянется. Давай! Немножко не хватило. А избиение, я так вам скажу, оно реально есть.
Микрофон отправим. Вот смотрите, я ничего не делаю. Так, 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 так. Так, ну вроде почти сделался. А вроде и нет. Ну ладно. О! Зато нам дали новые доспехи, и это круто. Хэт, это голова, по-моему. Ну что? Дубль номер цать. Весом как-то не выходит этот номер, да? Слабовато он у меня боится. Еще и геймпад. И... А прикиньте, если я в онлайне бы играл, это было просто на водопой волкам. Купля! А еще? А вот так вот. Нормально ему зарядил. С места прямо. Оп. Еще. Это защищается. Нет, я уже не дамся, хотел сказать. Ну да. Нет, 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 нет. Уходи. А, давай, давай. Блин, какой же я злой на это все дерьмо. Ну ладно. И вот тут он меня сейчас будет бить. Пробил, да. Я знал, что он пробьет. Потому что этот удар, мне кажется, против него никакой блок не поможет. Еще. Давай. Опля. Не попал. А вот это плохо. А-а-а. Сколько же я уворачивался и все равно в бороду получил, да? Еще. Вот так вот. Так, ну иди, иди сюда. А вот так. О, я про это туда-то и забыл. Давайте, давайте. Сейчас я его сбивать буду. Еще. Тут, конечно, уже опасно. Опасно! А-а-а, давай, уходь. Вот так тогда. Блин, что творит, а? Все-таки ударил меня. А мне вообще сейчас голову надо беречь. Надо очень сильно ее беречь. А, давай. Живчик. 10 секунд. Бей его. И еще. И еще. Ах, отлично. А теперь попробуй ударить. Блин, офигеть. Отмутузило меня неплохо. Ну что? Номер цать битва. Сразу же с этого удара пойду. Блин, неплохо блокирует. Вот этот. Привет. Ох, я все-таки попал, да? Опа! Блин, я один удар только прошел. О, зря так закрылся парень. Блин. Не хватило сил добить его. Уходи, уходи, уходи. Ну что ж ты, блин. А вот так вот, отлично. Теперь уже на равных. Да, конечно, слабоват, слабоват боец. Ну, я думаю, он встанет еще, потому что время-то не так уж один раз, по-моему, на спину лег. Купля! Еще. Неплохо. А, промазал. И вот тут вот такая вот фигня. Он меня сейчас добьет просто. Любым сильным ударом он меня припечатает. Вот типа таким. Нифига. А если так? А еще? Блин, да что же ты, скотина-то такая? С затылок не нафигарил. Просто по затылку. А, давай, давай, давай. А так. Я думаю, здесь я успею залечиться. Да, детка. Еще. Воу-воу-воу. Еще тогда. И давай, давай, давай. Вот так вот.
И, блин, только не бей, только не сильно, только не в лицо. Ну давайте, опять голову починим. Блин, это третий, да, уже раунд. Я тут сам себя превзошел вообще. Да. Еще тогда. Блин, плохо. Давай, отходи. Вот так вот. Вот так где-то. Только не так. Плохо, когда энергия кончается, потому что он вот такие вот. Зажал меня. Ладно. Тут я, наверное, все-таки выкарабкаюсь. Давай. Может, нет. Ну, вот, вот тут реально на равных было, да? Давай. Обидно. Ну, сейчас я все сильнее стою, так что у меня такое ощущение, что он... О, смотрите, какой процент надо залечить. Конечно, у меня по 20% поломок. Вот они, доспехи-то. Вот они. Ну, еще немного, в принципе, но... Уже что-то. 22 тысячи починка, смотрите. Дорого мне эти побои обошлись. А сейчас мы будем тебя бить. Выжмем из тебя все соки. Я просто думал, или мне нового бойца создавать, чтобы доспехи, да, другие были. Или старым. Нового я пока не очень хочу создавать. Блин, да что ж... Твою ж дивизию. Думал, вернулся все-таки. Парень, да ты вообще охренел. Облом, да? Давай уже, неси его. Еще можно. А вдруг все плохо. Опля. Опля. Ну, как-то... Вдохновляет меня. Ну, держи тогда, че уж. Да что ж ты делаешь-то? Уа, поймал. Попался я вообще. Ну, ладно. Ух ты, смотрите, он что-то не творил, да? Парень, отходим. Опля, вот это я не видел. Офигеть. Красиво закончил. Молодец. Молодец. А в ремонт я не пойду. Слушайте, это прямо какое-то невезение, да? Так, поехали. Блэк Джек, ну сделай это. Сделай, друг. Поехали. Зев, значит, да? Да что ж ты, блин? Бля. Вау. Все-таки я увернулся. Ух ты. Вот это он блокировал. Блин, сейчас больно будет. Офигеть. Он как танком по мне проехался. Давай уже бей его. Еще добавочный. Зря. Промазал. Нет, да что ж ты, твою ж. Ругаться просто иногда очень охота. Я редко себе это позволяю, но, видимо, скоро я начну ругаться. Блять! Сука. Вот, вырвалось. Зато полегчало. Ну давай! Так, отходим тихонечко. Энергия растет. А это вот так вот нахрен. Да что ж ты стоишь, мать твою, блядь. Сука. Я всегда думал, я не буду ругаться, не буду материться, да, но вот тут такие моменты. При том, что я сам-то смогу нормально все сделать, но когда геймпад тупит, это просто, блин, охота вырыгаться. Жестко при том так. Так, по прессу. Офигеть, смотрите на его жизнь и на мои. Мужик,
Опля, промазал. А попал бы, если честно. Блять, да что ты делаешь-то, а? Сука. Твою ж, блин. Ладно. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Да. Если бы не этот звоночек, гонки и т.п., в общем, он меня добил. Ну, точнее, я бы не стал. А вот так вот. Еще. Бляха. Твою ж. Епошкину мать. Сука. Вот тут я вряд ли встану. Ладно. Фу. Блин, нафиг. А вы еще говорите, давайте в онлайн, да? Я, конечно, бы рад, но вот меня просто с моим геймпадом там нечего делать. Даже не с моим бойцом, а с таким вот радостным. О, доспехи, это круто. Это я уже... Нифига себе. Счастье привалило. Так. Починимся. Ну и снова в бой. Поехали. Ну давай уже, не тупи. Я не знаю, что с ним делать. Мой геймпад как-то не хочет восстанавливаться. Давай, твою ж. Бей. Ёпти, блядь. А-а-а, неплохо. Живем, парни. Блин, ну что ж ты? Бя-а-а. Давай уже бей. Мужик, зато увернулся, смотрите. О, все, выносливость пошла к черту. Сейчас меня будет добивать. Оу! Это был удар прямо через блок. Так. А вот так вот, смотрите, блокирнул. Да что за тварь-то такая, а? Вау-вау-вау, двоечку получил, да? Нет-нет-нет-нет. Давай уже бей, мать вашу. Сука. Просто нет слов, а. А вот так вот нахрен. А смотрите, я ему сколько жизней снес. А это офигеть. Эй, тихо-тихо-тихо. Давай, давай, я первый. Еще добавку. Хрен-то там, да? Стоять. Ну, наконец-то, я ему немножко вреда сделал. А вот так вот. Отлично. Тихо, тихо, тихо. Как я первый раз к ним попал. А еще. От этого удара тяжело укрыться, если честно. Он такой... Оу, е. Оу, е, детка. А вот так вот нахрен, напоследок. Я рад. Вставай. Повезло ему, смотрите. Так, чиним. Я вам починил руку, да? Ну ладно. У меня такое хардкорное. Ну даже не прохождение, а битва. А, отлично. И еще давайте. Отлично. А, да что ж ты, блин, же. Выносливость-то, елки. Я все понимаю, но... А вот так вот. И спать нафиг. Все, супер. Вставай уже, что ли. Ну, мужик, сейчас давай вот так вот, вот, блин, два удара, ну, все равно неплохо. Ага, боится. У-у-у, парень, тише, тише, тише. Ах ты, что ж ты, блин. Ладно. Слушайте, я его почти победил, и тут я начал выделываться и получил, да?
Да, конечно, это неправильно, я бы сказал. Оу, тихо-тихо, уходи, ёптепля. Ладно. Если еще. И давай. Я успел, да. В общем, будем вот так вот его. Смотрите, что творит, а. Вот скотина, а. Я не знаю, что с ним вообще как буду. О, 10 секунд. Тихо. Тихо. Да ну нафиг. Хотел его ударить, не получилось. Да что ж за хреновый день. Ладно. И пошел. От красавец. Только не так, только не такой удар. О. Еще давай, добивай его, молодец. Фу, я даже как-то вспотел, что ли. Блин, ну нафиг. На самом деле у меня дома холодно, я как бы тепло оделся, вмерз, но вот начал играть и согрелся очень. Видимо, это все из-за мата. О, смотрите, я ему сейчас руку сломаю. Давай. Я надеюсь, ты встанешь еще. Потому что я хочу тебя доломать. Я понимаю, что если я буду с ним, ну, саткаться, он мне может сейчас сам выбить из строя. Давай, блин. Красота. В общем, вот так вот. О, друзья, я, наверное, эту серию специально сделаю. Я не думал, что она такой долгой получится. И специальная матерная серия такая у меня будет. Да, и я, наверное, все-таки залью ее на YouTube. А там уже кому-то понравится, кому-то нет. Зато было весело. Друзья, от вас пальцы вверх, комментируйте. Ну и подписка на канал будет очень приятно. С вами был Михаил. Всем пока, друзья.